Мэр столицы Крыма Игорь Лукашов посетил симферопольские детские сады. Глава администрации проверил условия воспитания, оснащенность групп и помещений, состояние пищеблоков. Руководители детских садов обсудили с мэром проблемные вопросы. Педагоги постоянно совершенствуют свой уровень, подчеркнул Игорь Лукашов. Но, к сожалению, появились достаточно серьезные замечания к руководству одного из детских садов. По результатам проверки будут сделаны выводы и предприняты конкретные меры, отметил мэр. Мы продолжим работу по детским садам, школам, объедем каждый без исключения. Уже заканчиваем объезды, поэтому будем делать выводы по этому вопросу, будем рассматривать. Это как бы карта на будущую работу по благоустройству садов и школ в различном направлении, где нужно проекты делать, где нужно крыши менять. Работы еще очень много. Понятно, что все мы еще далеко нам до того, чтобы все закончить 100%, но тем не менее движение вперед будет очень серьезное.